Всем привет, дорогие зрители. Нашел в Махмутларе трехкомнатную квартиру на 9 этаже проекта. Проект был сдан в 2011-2012 году, так что проекту 8-9 лет. Присутствует вот эта инфраструктура, которую вы видите, бассейн такой, зона отдыха, беседка. Там просто люди отдыхают, сейчас покажу. Проект находится на улице Ататюрка, вот это зона барбекю, зона отдыха, есть маленький ухоженный сад, там генератор, если вы видите, белый. Тут у нас парковка для велосипедов внизу, детский бассейн такой. И вот сам бассейн. Здесь также у нас проход вот такой интересный. О, виноград. Вкусняшки. Есть виноград и фруктовые деревья. Вот тут открытая парковка, улица Ататюрка. Вот такой вход здесь, лестничная площадка, присутствует один лифт. Айдату проекта 120 лир. Вот такая лестничная площадка. Наша квартира здесь. Такая вот дверь. Просторная прихожая. Здесь у нас санузел. Вот такая душевая кабинка. Угу. Вот спальня. Здесь у нас балкон. С видом на горы. Войдем во вторую спальню. Вот такая спальня. Чуть 15 квадратных метров эта спальня просторная. И наша гостиная комната, совмещенная с кухней. Здесь в общем 115 квадратных метров брутто. Жилая площадь 95 квадратных метров. Мебель уже старая. Можно сказать, что продается пустая. Вот. Можете также отделить кухню. Или же оставить как есть. Маркиз откроем. Здесь вид на горы, просторный балкон. И чуток видит море. Вот такой балкон. Дорогие зрители, хочу подвести итог о этом проекте. Проект сдан 9 лет тому назад, 2011-2012 года. Находится на улице Ататюрка. Расстояние от моего места до моря 530 метров максимум. 9 этаж 10-этажного проекта, 11-этажного проекта.
продается в таком виде, нужно потратиться на ремонт, обставить полностью квартиру, обойдется где-то обставить 4000 евро и выше. Цена этой квартиры 65 тысяч евро. Если вам понравился ролик, эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Также есть у нас телеграм-канал, который называется Hot Alanya. Там тоже у нас порой выходят горячие предложения, так как я не успеваю снимать ролики. Все, с вами был мистер Агасси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.